Костромской области озвучили новое ограничение в связи с ростом случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такое решение приняли на областном оперативном штабе. Ситуация с коронавирусом в регионе нестабильна, заболеваемость растет. Из-за этого пришлось ввести сразу несколько серьезных ограничений. В связи с ухудшением обстановки общей в области, в том числе в нашем районе, введением губернатором области изменений, дополнений в постановление 44, а до 2000 года, значит, выносится дополнительное ограничение при въезде на территорию области граждан, которые не имеют, значит, прививки, либо справки о наличии антител. Значит, обязательно самоизоляция в течение 7 суток с обязательным, значит, отзвоном по системе 112 для факта фиксирования прибытия в регион, либо в какой-то конкретный район или город. С последующим, значит, ограничением в посещении общественных мест и контактов любых. Значит, кроме этого, лица, которые, значит, ну, в связи с отдыхом посещают или намерены размещаться в гостиницах, должны также предоставлять справки о вакцинации, наличии антител, но не ранее 1 апреля, который выдан. Кроме того, значит, до 18 июля продлены ограничения по массовым мероприятиям, которые не должны превышать 50 человек, и публичным, тоже количество участников, которые должно быть не более 10 человек. В связи, значит, с летним отпускным сезоном, как уже по традиции наш город с больших городов, значит, приезжают родственники, привозят детей, так скажем. И в прошлом году как бы это сказалось на рост заболеваний. Впрочем, в принципе, в этом году получается та же тенденция. Поэтому обязательно, если есть такие факты, то нужно себя ограничивать в контактах, посещении общественных мест. И тем лицам, которые приезжают в наш город, надо обязательно, ну, пускай даже не на 7 дней, если на 7 дней, то обязательно звониться, да, по телефону 112 и указывать свои данные. Также нужно по-серьезному относиться к системе профилактики и использования защитных средств, то есть масок, посещения в общественных местах и транспорта.